В Севастополе количество жертв дорожно-транспортных происшествий увеличилось втрое, рассказал на аппаратном совещании в правительстве города заместитель начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Дмитрий Васильевич Морозов. За 10 месяцев 2016 года в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 64 человека. За этот же период прошлого года – 24 человека. Причиной аварии в основном послужили это проезд перекрестков, увеличение скоростного режима, несоблюдение водителем дистанции между автотранспортом и переход проезжих частей пешеходами в неустановленных местах. По словам Дмитрия Морозова, в целом количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с прошлым годом сократилось. За минувшую неделю в Севастополе произошла 81 авария, в результате которых пострадало 23 человека, погибших нет.